Здравствуйте, уважаемые зрители канала ТГР. С вами Гремлин Серж в том, чем он давным-давно не занимался, а именно не снимал видео рубрики «Играем». И сегодня мы с вами играем в игру «Эпистория» Типпинг Хроникес. И что я могу вам сказать? Эта игрушка мне очень сильно понравилась, она меня просто околдовала. Это волшебная графика, это волшебная концепция и вообще замечательная игра. Не смотрите, что у меня здесь происходит на экране. Это говорит лишь о том, что я являюсь пиратом. Да, учителя у нас получают очень мало. Но игра просто волшебная. Ну что, давайте мы с вами начнем. Я тут уже кучу раз начинал. Вот, давайте начнем с тебя. Создать. И вот так вот, да, вроде должно. И давайте введем TGR. Вот. И играть. Мост. Это у нас мост. Загрузками у меня всегда были проблемы, независимо от того, на каком компьютере я играю. У меня всегда были проблемы с загрузками. Так что не обращайте внимания. Это видно проблемы игры. Но можно понять, да? Я боюсь, что мой ноутбук очень сильно будет расстроен, очень сильно будет плакать из-за того, что его сейчас заставляют делать. Мало того, что достаточно увесистая игрушка запускается. Ну, ладно, сейчас. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared. And so she thought. Ну что я вам могу сказать? Во-первых, я боюсь, что мой ноутбук очень сильно на меня обидится, потому что... Мало того, что игра достаточно увесистая и запущена в большом разрешении, так я сейчас еще и снимаю это все в огромном разрешении. И он у меня просто взорвется, я думаю. Но держись, красотулька, держись. Вот, ну что, для начала... Я хочу отключить девочку. Я, конечно же, понимаю, что она старалась. Но она слишком громкая, она слишком неожиданная, понимаете? Ник всегда считает, что, типа, если в игре есть озвучка, то должна быть оригинальная. Я не приверженец такого, потому что для меня английская речь тарабарщина, я ничего не понимаю. И во-вторых, ладно, даже если я мог бы, да, как бы, ну, пускай говорит. Но она ж неожиданно может взять, начать говорить. То есть я вот так говорю-говорю, и начинаю двигаться, и вот я двигаюсь. И она такая бац, и вот здесь уже бы начала говорить, и это получилось бы каша. Шла ли она вслед пути? Вот, также не обращайте внимания на управление. Вот это то, что они нам подсказывают. Я перевел его на другое, потому что вы сейчас поймете, почему. Вился ли путь вслед за ней? Она не знала. Путь просто был. Вот так вот мы играем вот такой вот девочкой на лисе. Ну и как вы можете все это заметить, все выполнено в стиле бумажном. Все сделано из бумаги у нас. Внезапно она поняла, где находится. Она была дома. Этот лес укрывал ее в детстве. Ну скажите же, уже околдовывает. Путь перед ней был закрыт.
Что я вам могу, ребят, сказать? Сейчас мы увидим концепцию игры. Нажимаем пробел. Loop. У меня английская раскладка стоит, да, извините. Loop. Да. Если кто еще не понял, смотрите дальше. Путь уходит все глубже в лес. Белочка. Она вспомнила, как на опушках извились звери. Она вспомнила, как сажала цветы. Чем мы сейчас с вами и займемся. Вот давайте здесь станем. Нажимаем пробел. Мимоза. Роза. Крокус. Анемон. Не знаю такое слово. Да, ребята. Все в этом мире, все в этой игре мы будем делать при помощи слов. Весь мир бумажный, а на бумаге можно только писать слова. Чем мы с вами и занимаемся. Мы потерянная девочка, оказавшаяся в этом бумажном мире. И мы будем все преодолевать вот таким вот образом. Ясень. Ну ладно, у нас открылась новая область. Пошлите. В нее заходим. Она почувствовала, как начал лес вокруг нее пробуждаться. Вот, мы открыли себе путь дальше. Опять ложку не достаю. Кто? Где? Почему? Ну что, вот он теперь у нас открытый мир. Давайте нажмем Tab. И вот у нас меню улучшений. Скорость леса будет ходить и бегать быстрее. Интенсивность. Каждое введенное слово дает больше времени в комбо. Ну что я вам могу сказать? Давайте сделаем так. Скорость и интенсивность. Вот. Каждому вернули по очку. Вернуться. Вернуться. Все. Ну что, теперь мы вольны путешествовать по этому бумажному миру и заниматься разными делами. Я не писатель. Это не муза. У нас здесь есть сундук. Карат. Карта. Казна. И мы с вами получаем опыт. Мы вот... А, нет, здесь у нас вон какая-то вещь... А, точно, из пробела нужно выходить. Мы с вами, да, получили очки. Чаще. Ну, а здесь у нас место, в которое мы еще не можем попасть. Мы не знаем этих слов. Ну что? Давайте... продолжать сажать цветы. Чем больше она вспоминала, тем сильнее становились ее чувства. Флокс. Она вспоминала, как бродила по известным путям. Гвоздика. А мы даже деревце посадили с вами. Лыка. Флорист. Ноготки. Скажите ж волшебно. Вот у нас край мира, да? Точно, у нас же есть карта. Так. С картой у нас все очень... Я забыл, что у меня на минусике пауза. Так что давайте картой пользоваться вот так вот. Карта очень масюсенькая и неудобная, но мы тут можем только увидеть, где, в принципе, открываются новые локации, и все. Ну ладно. Вернуться. О, камешек. Менгир.
Она вспомнила, как ходила, находила драгоценные камни. Вяз. Сирень. Давайте доисследуем. А тут нам опять дорогу перек... Ой, какой большой сундук. Чтобы пройти через заросли ежевики, нужно было их сжечь. Но мы еще не освоили огонь. Безделушка. Безделка. Ударивание. И здесь она вспомнила, как открывала, отыскала под ветвями волшебные вещи. У нас готова новая область, доступно улучшение. Чтобы открыть новую область, ребята, нам нужно собрать вон внизу уровень словесности. Я не знаю, как это правильнее обозначить. Уровень словесности, потому что каждый раз, когда мы вводим что-то, пишем, делаем, мы получаем с вами очки. Мы создаем слова. За пределами леса поджидала опасность. Почувствовав, что что-то не так, она посмотрела вверх. 2000 необходимо, чтобы активировать еще часть карты. И с неба упал огонь. Глава первая. Сигнальные костры. И нам открывается путь. Может, это упала звезда? Может, на землю упала луна? Бег. Лиса переходит на бег. Стоит 2 очка. Но на самом деле бег — это хорошо. Вот. Все. Вернуться. Вот все, все, рука к мышке тянется, а не надо. Сила слова свое сделает. Ну что, пошлите к упавшей звезде. Она не знала. Но теперь она уже была не дома. А тут нас поджидает опасность. А, нет, это просто у нас активировалось. Я немножечко напутался. Начали появляться стрекочущие многоногие существа. Гик. Бар. Юбка. Арба. Царь. Жуки. Жуки пытаются нас съесть, пробраться. Ау. Сон. Жук. Лес. Жор. Мыс. Бег. Буй. Пар. Омут. Абак. И доля. Фух. Начали появляться стрекочущие многоногие существа. Насекомые, которые хотели ее ранить. Своими острыми клешнями и скрежещими челюстями. Им там было не место. Да, у нас появились, ребята, противники в этом прекрасном мире. Завелись насекомые, которые хотят все это изъесть. Водопад бумажный, да? Но мы не лыком шиты, несмотря на то, что все равно теряешься. Вот я играл сам уже чисто для себя в эту игру. И было нормально. И все равно я терялся. Первоцвет. Ихта. Она отправилась туда, откуда шел огонь. Ведь если не она, то кто? Пальма. Мел. Ну давайте поисследуем немножечко мирок.
Деревья сменялись пеплом и углями. Кролик, беги отсюда. Но живность нас не боится. Или боится? Гипс. Вообще, что у нас там по карте? По карте ничего. Ну ладно, давайте сейчас доисследуем. А ну, в принципе-то все, да? Вот здесь, да, еще у нас кусочек. Валун. Ну, все. Мы обошли по кругу все, что было. Ну что, пошлите навстречу упавшей звезде. Сюда мы с вами сможем попасть. А, С, Д, Ф, Г, Х, G, K, L. Да, тут нужно еще и переключаться с раскладки на раскладку. И это немного страшно и жутко. Ты пишешь в игре, понимаете? Все, насколько запущено. Удача. Бонус. Магия. Я вот не помню, как... А, вот, переходить на бег с шифтом. Ну, побежали. Так, здесь мы с вами не пройдем. Туда и упал метеорит. Земля. Здесь закончился путь. Или здесь он начался? Ну что, ребята, больше нам, в принципе, на верхнем мире делать нечего, так что отправляемся в путешествие за упавшим метеоритом. Ну, говорю, с загрузками у меня всегда были проблемы большие. Пылающая низина. О концепции этой игры я вам скажу в конце игры. Сейчас мы просто любуемся. Как, да, мир поменялся. Мы теперь с вами находимся в подземелье. В большом подземелье, на самом деле. Ну что? Она обнаружила, что осталась одна. Потерялась в темноте. Алювий. Лира. Мус. Смех. Овал. Нога. Звук. На самом деле комбинации лучше выбивать все-таки, потому что так быстрее будет у нас идти прокачка. А прокачка здесь большая. Пока сзади не раздался рев огня. Метеорит глубоко зарылся в землю. Из его темного ядра выползали злые существа. Может, из-за этого метеорита появились жуки. Вереск и ежевика преграждали ей путь. Лоб, рык, ров, поп, фух. Пурпурит. Сталагнат. Хорошо, что хотя бы комбинация не сбивается, если ты ошибаешься или промазываешь. Стены были покрыты древними рисунками. В них рассказывала... А! Жук! Мяч! Жим! В них рассказывала... История другого мира.
или, возможно, другой жизни. Гранит. Ну, по огню нам ходить. Ого, какой толстяк. Нам не видно его, да? А мы его не можем победить, ребят. Мы его не можем победить еще. Или, возможно, другой жизни. Из них так и сочилось одиночество. Папа, смотри. Если не спасем ее, она умрет. Пещера закрылась вокруг нее. Она удушала. Я не хочу слишком много говорить в этой игре почему-то. Палладий. Зато можно натренироваться быстро вводить на клавиатуре слова. Спелеолог. Просто, знаете, очень часто нам не надо читать слово. Мы увидим начало и увидим конец, и мы уже можем сопоставить, что за слово такое. И поэтому, когда ты видишь, да, вот это слово «берлинит», у меня почему-то в голове вылезло «берлини», и я пытался вести его. Но пока что все у нас слишком коридорно происходит. Сталагмит. Вау, 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 вау. Они явились из темноты, словно воплощение страха. Горящие жуки. И спасти ее мог только огонь. Берил. Пьезокварц. Булыжник. Пещера. Ну, у нас все в этой огненной ежевике, и мы с вами никак не можем пройти никуда. Абсолютно. Вот только маленькая дорожка. Пройдемся же по ней. Она увидела что-то за лавой. Силу, которую не мог разрушить метеор. Взяли с вами способность. По ее жилам текло что-то иное. Кремация. По ее жилам текло что-то иное. Оно сжигало гнетущее изнутри одиночество. Тепло. И открывало ей новые пути. Горючее. Вспышка. Обогрев. Но мы пока что сюда не пойдем. Коль тут текст вылез, значит, нам туда обязательно. Дымовуха. Потому что здесь у нас сундучок. Престиж. Ресурс. Казна. Вы нашли коллекционный фрагмент. Чтобы посмотреть, нажмите Tab. Соберите все фрагменты и увидите все изображение. Вот что у нас открылось. Один из трех у нас. Нужно еще два элемента найти, тогда мы с вами увидим изображение. Ну что, перед нами открылись новые пути.
Мы способны путешествовать. Давайте оценим карту. Ну да, сейчас мы туда пройдем. Пройдемся по этим вот огненным квадратам. И выйдем там, где мы убегали от огненных жуков. Огненосец. Истопник. Кремень. Сталактит. Пепелище. Это сначала все так просто кажется, да, типа бегаешь и просто вводишь словечки. А потом, поверьте мне, я игрушку прошел практически до конца. Теперь мы будем друзьями, я буду заботиться о тебе, обещаю. Радиатор. Атор. Мы с вами открываем путь таким образом. Понимаете, в чем вся фишка? Это сейчас только у нас огненная сила и наша сила слова. Потом мы будем обзаводиться новыми способностями. И тогда нужно будет уже переключаться. Во время боя будут у нас и огненные жуки, и обычные жуки, и ледяные. Проспойлерю немножечко. Дальше у нас будет лед. Кальцит. Всегда проблемы с мягким знаком. Антрацит. Угольщик. Лабиринт начал рушиться перед ней. Домна. Жение. А я не ввел домна? Прошу прощения. Мы прокачались с вами. Искра. Сварка. Надеюсь, я не сильно тарахчу по клавиатуре. Точнее, я, получается, тарахчу по своему ноутбуку, и это, возможно, вам слышно. Вот в сдержанность я бы сейчас бы очень хорошо вкачался. Сами видите, вариаций развития много. Сдержанность. И сдержанность. Вот. Теперь нам будет немножечко попроще с комбо. Совсем крохотулечку. Если подождать следующее слово, вводить не придется. А, это особенность нашего огня, ребят. Мы можем ввести слово, и жук как бы начнет гореть. И тогда нам следующее слово вводить не придется. Но сейчас вы в бою это увидите. Соль. А, нить. Бой. Суть. Гимн. Урок. Бас. Нега. Азы. Мор. Хорошо. Вот нужно с этим быть осторожнее. Евро. Мозг. Каша. Лото. Ель. Вот доползет же. Инь. Вес. Фон. Вал. Азо. Лаз. Дол. Уж слишком долго его ждать пришлось, поэтому теперь ничего не могло ей помешать. Так, ну что, выходим из этой пещеры. Сад. Бай. Качегар.
Горение. Мы с вами вернулись туда, откуда бежали сейчас. Ара. Аят. Не знаю, что за слово аят, но оно нам сейчас спасло жизнь. Ну, давайте вернемся наверх. Вот здесь у нас было место, которое мы не могли пройти с вами. Обогреватель. Теплообмен. Вот зато вы увидите, какой я неграмотный. Обогреватель. Обмен. Понятно, не обогреватель. Фух, успел. Они затухали быстрее, чем я вводил слово. Фейерверк. Ну, давайте здесь теперь разбираться. А вон... Она начала узнавать рисунки. Так, думаю, здесь опять придется зажигать все быстро. Так что давайте сначала червя замочим. И уже потом будем думать. Вес. Сад. Дом. Кол. Мяч. Няня. Аул. Так. Два мы нашли факела. И вот здесь еще два. О, как мы можем, да? Мы можем здесь их одновременно сразу все зажечь. Жила. Сожжение. Так, теперь вспышка. Кочегар. Петарда. Изотерма. Вроде все зажгли, вроде все хорошо. И все? Здесь больше ничего нету у нас? Карта, подскажи. Ну, блин, по таким картам... Вот, с чего-чего, а это разработчики сделали достаточно плохо. Даже в большом расширении карта очень неудобная. Даже играя во весь экран. Самое главное, интересное свойство этой игры. Не знаю, это ли из-за того, что я на пиратский, как они спиратели. Но картина в том, что игра имеет несколько расширений. Так, здесь мы тоже были. Где мы вообще открыли? Что мы с вами открыли? Вот здесь нам делать нечего, это точно. Ладно, пошлите искать. Лисичка, лисичка. Трехвостая лисичка. Здесь у нас перегорожено. Тогда... А, вот здесь я вижу, что-то можно поджечь. Керогаз. Ну и все, в принципе. Что мы с вами там открыли? Ну, значит, где-то там искать нужно, пошлите. Я хочу собрать все три элемента, чтобы увидеть эту... А вот здесь мы открыли. А вот и тот толстяк, которого мы увидели. Дол. Лес. Мыс. Бай. Гик. Азу. Жор. Так, до свидания, парень. Теперь мы свободны.
теперь мы можем путешествовать. А я туда хотел вообще-то. Так, ну ладно, давайте. Кремация. Вот теперь непонятно, где текст новый, а где текст, который недавно появился. Я-то человек невнимательный. Ой, в итоге я надеюсь, что вам эта игрушка очень понравится. Уж очень она хорошая, уж очень она классная. Вместе они нашли новый путь. Но это тот же самый путь, куда мы хотели. Мрамор. Вот. Пещера. Карстовед. Достижение. Вручение. Сундучок. И здесь мы с вами находим вторую часть изображения. А, еще... Нет, это было улучшение, что ли? 2 очка. Во что бы знание? На карте отображаются входы в подземелье. Бег. Ну, давайте вкатим все это в знание. Ну, давайте одно знание. Или нам зачитают только, когда мы все вкатим. Нет, когда мы вкатываем... Видите, там можно заметить квадратики, которые соединенные, они будут засчитываться только, когда полностью заполнится. Так что давайте скорость. Галерею мы не нашли с вами, ладно. Ищем дальше. Но как минимум мы всегда можем сюда вернуться, это не критично, в принципе. Это, в принципе, не критично. Так, ну это выход. Это выход, значит, нам туда. Отсюда мы с вами выйдем. Так, вот здесь у нас ежевика росла, которую нужно сжечь. Бензобак. Поджарка. Это пари я вожу. Диво. Гурт. Пирология. Ладно, еще и хайпанули. Вот что я несу? Я хотел сказать, собрали достаточно. Вот это поджарка. Поджарка. Которую я хотел вводить, а в итоге начал вводить слово пиро. Великолепная игра. У меня включение и выключение записи стоит на нуле. И вводя вот эти 10 letters, я почему-то не додумался о том, что у меня запись выключится. Но в итоге вот там мы нашли достаточно интересный сундучок, который я открыл уже без записи, получается. Он открывался при помощи английских букв UR. Их нужно вводить около 20-30 раз. И благодаря этому сундучку мы с вами открыли вторую часть галереи. Вот, можем увидеть. У нас появилась девочка на рисунке с платочком. Ну что? И еще я посмотрел на карту и понял, что нам еще здесь... Ой, как много всего делать есть. Чего? Ну что, пошлите. Пошлите тогда изучать пещеру. Ну, у меня потерялось где-то минута-две. Но это забавно, это забавно. Пещера раскрывалась перед ней, словно кафедральный собор. Так, мы можем-то еще ж бегать быстро. А там жук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда я? Валим. Вал. Дуб.
Уцелели. А то, блин, побежал прямо на жука. Мама. Воля. Ширь. Бас. Век. Не люблю я ждать, на самом деле, когда ты стоишь на месте, и когда вот это, знаете, происходят битвы на аренах, тогда ладно, еще и они с разных сторон лезут, это можно понять. Даже и там были драгоценности. Они ждали, когда их найдут. Ресурс. Кулон. Карта. 3 из 3. И мы с вами собрали такую картину о том, как, видно, наша девочка познакомилась с лисицей. Лисичка поранила ножку. И наша многоуважаемая барышня взяла и подлечила ее. Ну ладно. Ну вот мне кажется, что мы где-то пропустили надпись, поэтому почему-то эта надпись мне показалась странной. Ну что, ладно, идем. Идем. Вот. Желание получить все надписи вызывает то, что я беру и обхожу все улочки. Так, а у нас здесь сейчас будет сражение. И там находилось сердце метеорита. Мы с вами нашли этот метеорит. Учтите, что следующие слова загорятся. Поджигайте насекомых как можно быстрее, чтобы они успели сгореть. Да, сейчас я вам покажу то, как раз о чем я и говорил, что сжигание удобно вот как раз в таких моментах. Ухаб. Сон. Куль. И то есть мы можем на сразу на несколько червей отвлекаться. Урод. Гимн. Борт. Зуб. Холм. Волк. Каша. Вымя. Мама. Поздно поджег, доползет. Кума. Нет, дополз нормально. Эль. Лото. Обед. Едок. Не дополз. Фух. Азы. Ара. Пир. Жим. Вор. Аят. Подстрахуемся. Ров. Руль. Буй. Зов. Жбан. Фея. Жбан. Жбат. Проиграли мы с вами. Проиграли, ребят. Не работает. А если так? Ну, надеюсь, в этот... Мор. Кета. Овал. Берц. Юбка. Дата. Жаба. Рык. Лира. Лира. Царь. Жлоба. Мощи. Фон. Идиш. Нос. Грач. Куб. Обух. Дол. Куб. Век. Ель. Мама.
смех. Член. Лес. Я не говорил. Рык. Поп. Вес. Игра. Лама. Ара. Азы. Ива. Я теряюсь. Ладно, еще попытка. Я теряюсь, ребят. Я почему-то теряюсь. Но это, видно, последняя волна у нас. Игра. Мор. Баба. Нет, я просто засмеялся от слова член. Я не хотел. Но это вообще-то литературное слово, обозначающее конечность. Так. Жгут. Мыс. Заяц. Юнец. Эрик. Давыдыч. Нить. Дом. Роса. Аят. Доля. Пуха. Мозг. Жук. Мяч. Бар. Бас. Жор. Бой. Омут. Азо. Пар. Вал. Эдип. Лоб. Фея. Бай. Бай. И последнее слово. Спокойно. Я могу и лучше. Но и для себя, знаете, когда я для себя играл, а я прошел достаточно много, я в третий акт добрался. И там были вещи посложнее этого. А тут, видно, я перед летсплеем почему-то разволновался. Смех. Бег. Трап. Твит. Ирод. Сенз. Плющ. Плюш. Извините, плюш. Мана. Куб. Эфес. Ложа. Литр. Убой. Бас. Каюк. Гик. Даль. Пуха. Лона. Век. Гады. Вал. Лото. Рык. Сейчас пойдут толстяки у нас. Зов. Ров. Азу. Жук. Блад. Мол. Зад. Сад. Ара. Берц. Туя. Дом. Фух! Успел. Вяз. Мыс. Нос. Неожиданно. Я думал, все. Мама. Гурт. Эдип. Лона. Все? Аят.
Эль. Бар. Сон. Она приготовилась к последней атаке. То есть это еще не конец? Смех. Малопродуктивность. Фух. Бег. Вскоре огонь ускорился, успокоился, воцарилась тишина. Ее сердце забилось под новый ритм. Ну что, ребята, мы с вами смогли пройти это подземелье. Больше нам, в принципе, здесь делать нечего. Картинку мы с вами собрали. Все победили. Я, может быть, мы тут, конечно же, пропустили какие-то предметики, которые можно было бы активировать. Но, знаете, не так много они нам дадут. Ну что, выходим наверх. Мост. Ну что, наверное, давайте подводить конец этой серии. Что я вам могу сказать? Игра замечательная. Игра очень красивая. Игра очень продуманная. Вот не нравится мне говорить, пока у меня проблемы с загрузкой. Вот ой, как не нравится. Так что я помолчу сейчас. Она снова вышла на свет. Хотя земля была отмечена вечной меткой, ее окружали зеленые побеги новой жизни. Мы прошли с вами это подземелье. И теперь вольны ходить куда хотим. Мы можем активировать новые вещи. Горький воздух порчи. Там еще сочилась грязь. Облегала землю точно шрам. Ну что, давайте, наверное, немножечко подведем итоги. Игрушка замечательная, как я уже говорил. Красиво все, понимаете? Вот этот стиль бумаги, стиль оригами очень привлекает внимание свое. Геймплейно. Я, например, такого никогда не видел. И для меня это очень интересно показалось, когда ты должен брать и писать. Ты все действия производишь при помощи клавиатуры. Ты пишешь слова. И так происходит у тебя сражение, продвижение дальше по сюжету. Все это чертовски круто, и это затягивает не на один вечер, поверьте мне. И сюжетно. На самом деле я вам и даже грамма не показал, но что я вам могу сказать и хочу сказать. Не думаю, что это будет спойлером, потому что это даже в описании игры показывают. Мы муза, а этот мир — это мир писательства. И мы сейчас находимся в сознании писателя и пытаемся помочь ему сделать новое произведение. Каждое наше слово, написанное, помогает писателю сделать сюжет. Конечно, все происходящее здесь никак не связано с той жизнью, и лишь маленькие кусочки. Она заглянула за горизонт. Она услышала, как тишайший шепот растаял до могучего рева. Рассерженное море просилось на волю. У нас новая стихия, ребят, началась. Вот. Глава вторая. Холодный прилет. Все замерзло, затем раздалась дрожь. Вот, ребята. Мы помогаем писателю написать книгу. И когда мы сражаемся с жуками, жуки здесь
обозначают лень, можно распринять их так. Плохие мысли, проблемы, мешающие писать или написать. Не хочу хвастаться или говорить, но я тоже пытался и пытаюсь, и, возможно, когда-нибудь вернусь к этому. Мир потряс новый катаклизм, как я и сказал. Я тоже занимался писательством. Не знаю, смогу ли я вернуться в это. Ничего я, конечно же, так толком никогда и не смог закончить, ничего не смог сделать. Но все равно, и вот, поверьте мне, когда ты что-то пишешь, да, особенно что-то творческое, тебе очень сложно, куча-куча червей проникают тебе в голову, мешая писать, мешая творить. И когда мы проигрываем, вы помните, что там пишут, да? Я могу и лучше. Давайте попробуем еще раз. Это не работает. Вот, и мы в этом бумажном мире пытаемся помочь писателю написать его великое произведение. Произведение, которое может понравиться людям. Вот. И что еще я хотел сказать на самом деле, ребят? Игрушка превосходная, и я думаю, что она даже заслуживает прохождения. Но знаете, что я вам хочу сказать? Не мне ее проходить. Я не подхожу для этой игры, я немножечко по атмосфере не подхожу. Я не подхожу по собранности, по вдумчивости. Я не такой. Для меня другие игры. Поэтому я хотел начать проходить эту игру для ТГРа, но потом я понял, что получится так себе, я не справлюсь с этой игрой. У меня уже даже было такое, когда я не справился с той игрой, которую решил выбрать. Я не вытянул ее. Поэтому я ее проходить не буду. Но я бы лично хотел бы увидеть прохождение. И я даже... У меня в голове образ есть, кому эта игра подойдет никак лучше. Лось7. Наш многоуважаемый админ Лосик. Это... Не знаю почему, но вот мне кажется, что это вот игра специально для тебя. Я бы с удовольствием глянул бы прохождение Эпистория в твоем исполнении. Я думаю, у тебя это получится лучше. Ты все это прочувствуешь и расскажешь гораздо лучше. И это будет куда интереснее, чем от меня. Постоянно выключающегося, постоянно заикающегося, несущего бред. Оставим для меня веселые безбашенные игры в виде Undertale, а такое я бы хотел бы увидеть от тебя. Ну, или от других летсплееров на ТГР. Как бы я игрушку показал, я свою часть сделал. Если кто-то решит ее пройти на запись, с радостью посмотрю. С радостью посмотрю от всех. Но мое личное, как говорится, предпочтение Ло7. Ну что, ребят, с вами был Гремлин Серж. Если вам понравилась эта игра, это видео, то поставьте ему лайк этому видео и напишите комментарий. Каждое слово имеет свою силу. Теперь спутанные ветви не могли остановить ее. Каждое написанное, оброненное, сказанное слово имеет вес. И эта игра никак другая игра. Вот хочу говорить красиво, а в итоге говорю идиотизм. Никак. В общем, эта игра очень хорошо показывает это, что каждое слово может стоить тебе жизни. Каждое слово поможет тебе сдвинуться по сюжету. Вот. И поэтому
так. Если вы за то, чтобы Лосейм прошла эту игру, мы не заставляем, нет, ничего такого, то тоже пишите в комментариях. Думаю, она отзовется. Ну а также, если вы первый раз здесь и не подписаны на канал Taurus Gaming Revival, то подпишитесь на него. И посмотрите видео других летсплееров, про которых я сегодня упоминал. Посмотрите их видео, они тоже стоят просмотра. Да, посмотрите. До свидания. Пока-пока.